Манго. Посаженные косточки проросли. Это были желтые манго. Сладкие и вкусные. Росточки мощные такие. Будем за ними дальше ухаживать. Желтые манго я рассадила. Вот они. А это у меня два зелененьких, которые тоже надо рассадить. Сейчас этим займемся. Так, оказалось, что это не два манго, а один. Вот один корешок и два ствола. Ой, мне кажется, даже три. Три. Такое я первый раз вижу. Да, три. И один корень. Ну, посажу назад его в горшочек побольше. Так. Посадила этот зелененький манго с тремя ростками. Косточка эта была посажена 14 июля. Сегодня 9 августа. Вот он так выглядит. Такие листики красивые. Ну, невероятно. Три ростка. Посмотрим, что дальше будет. Ну вот. Все замульчированы мхом. Будем наблюдать за тем, как они развиваются. Два желтых и три в одном зелененьких. Гранатики очень быстро пошли в рост. Вот эти два я уже прищипнула, чтобы они ветвились. Вот уже даже росточек есть пока. Этот как-то поменьше, но кустиком растет. Очень хорошо развиваются. Манго зеленые, которые три штуки вместе. Вот они какие стали. И желтые. Такие прям пальма. Такие стволы, такие. У нас очень жарко было. Ну вот они какие. У авокадо новые листики. Прям. Загляденье. Вот ему нужно было тепло явно. Винник выпустил такой широкий листочек. И один, и второй. Ананасы. Вроде там пошли новые листики. Молодые. Так, здесь тоже вроде как. Здесь все непонятно. Камелия, что ли, собралась цвести? Надо понимать. Все цитрусовые поставила на поддончик с керамзитом. Очень жарко у нас. Ну, там, чтобы водичка была, испарялась. Так, а это несчастный, который манго был. Он выпустил еще два боковых побега. Он возрождается. Манго преображается с каждым днем. Один очень красивый.